Привет! Меня зовут Едвига, я автор кулинарного блога «Тартбай». Вместе с компанией «Виталют» мы сегодня приготовим суфле из красной трески. Это рыба нежная, сочная, с низким содержанием жиров. Такое блюдо идеально подойдет для ваших деток. Если у вас нет готового филе трески, то его необходимо отделить. Нарезать на кусочки и измельчить с помощью блендера. Зеленый лук, петрушку и укроп мелко нарезать. Затем добавить к рыбе молоко, яйца, часть измельченной зелени, манную крупу, соль и перец. Рыбную массу взбить или тщательно перемешать. Форму для запекания промазать маслом и выложить рыбную массу. Натереть сыр и приготовить хлебную крошку. Посыпать поверх рыбного суфле. Готовим в духовом шкафу при 170 градусах 30 минут. Для салата сладкий перец запекаем, очищаем и произвольно нарезаем. Добавляем перец чили и оставшуюся зелень. Заправляем растительным маслом. В следующем видео мы расскажем, как приготовить хек в грибном соусе.